Пришел в общественное место. Будь добр, приноси пользу. Как зрителям? Миллионная аудитория там спрашивает, когда Борис Николаевич будет с Александром играть. А я им говорю, 10-го. О, развернувался, как все мимо Шарикова бьет. А не волнуйтесь, Борис Николаевич. Борис Николаевич, ты специально делаешь? Нет. Я дочерям твоим отправлю ссылку, а вот тебе стыдно будет. У него шары крученые. А ты раскручивай. Понимаешь, раскручивай. Саш, скажи, как раскручивать твои шары. Я говорю, не снимай меня. Опа. Вот так вот, они не знают. Вот, видишь, он не принял твой. Крученые шары. Ну, Кручен, перебивай, сильнее бей, ну, что ты? Вот перебиваюсь. Ну, перебиваешь, а ты? Ну, не до 9, не прям. Вот, видишь как, все. Ты его Рокфеллер делаешь. Ну-ка, можем, если захочем. Ну, значит, порезче, принимай, порезче, что ты? Низом ракетки надо бить, ты верхом ракетки шлепнул. Нет, я... Ну да. Вот, видишь, тоже подкручиваешь, молодец. Обрабатываем. Вот, нашел он тебя. Ахиллесову пяту в районе живота. А, солнце, да. Да, это есть такое. Отлично. А, чуть-чуть. Солнце помешало. Ну да, не вывернул. Видел же. Чуть-чуть не долетел. А то бы Борис Николаевич так бы влупил по этой свечке. Прекрасно. Ну, мамочку не принял, мамочку. В сторону пошла. Вот здесь у меня. Все, благодарим прекрасных Бориса Николаевича и Александра. Отправляем, смотрим дальше.